Жителям нашего города повезло. Им, чтобы провести летний досуг весело и с пользой, не нужно выезжать в московские парки. В Одинцово есть свой, да еще какой. Парк культуры, спорта и отдыха всегда пользовался популярностью у местных жителей. Этим летом, да и в этом году, в рамках программы «Лето в Подмосковье» и «Долголетие в Подмосковье» проводится очень много активностей культурно-массовых, спортивных, очень много мероприятий. Ежедневно здесь проводятся занятия по йоге различных направлений. Уроки можно посещать как утром, так и вечером. Каждую среду с 12 до 14 часов гости парка выходят на пленэр. Уроки проходят в тихой роще среди вековых сосен, что крайне благоприятно влияет на творческий процесс. Каждому участнику предоставляется мольберт, холст, кисти и краски. В начале мастер-класса преподаватель показывает рисунок и объясняет, как выполнять работу. Каждый себе может выбрать и мероприятие, и активность по душе. Все возрастные группы приветствуются в парке. Мы, безусловно, рады каждому посетителю и максимально стараемся удовлетворить, как говорится, их потребности в той или иной активности или в мероприятии. Также по средам и пятницам в парке проходят два типа занятий по скандинавской ходьбе – обычная и для людей старшего поколения. Выходные – зажигательная зумба. Это интенсивная тренировка на все группы мышц. Занятия проходят на улице около главной сцены парка. Все занятия абсолютно бесплатные. Каждый может прийти, бесплатно попробовать то или иное увлечение или просто посетить культурно-массовое или спортивное мероприятие. Более того, у нас сейчас запускается проект, который стартовал в том году. Это летний кинотеатр. На детской игровой площадке проводятся программы для детей. Активные подвижные игры, где аниматоры предлагают ребятам принять участие в различных спортивных и творческих направлениях. Суббота – семейный день. Через игровые формы тренеры парка вместе с родителями развивают у детей навыки ловкости, выносливости, концентрации внимания, состязательности и командной взаимовыручки, а также формируют понятие досуга выходного дня. 7 июля с 11 до 19 часов вечера в парке будут работать творческие и спортивные локации. С 11 утра планируются мастер-классы, где могут посетить их и дети, и родители, там, в том числе там, мейкап могут научиться. Мы специально приглашаем профессионалов в этой области. Будут семейные спортивные игры, и все это действие, все это праздник, этот праздник и мероприятие завершится концертом в 6 часов вечера. В программе запланированы тематические мастер-классы, семейные спортивные игры-квесты, фестиваль рисунка на асфальте, анимационная программа для детей. Завершится праздник концертной программой «Между нами любовь». Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».